Кіно Київ, Уікенд. тижневий дайджест кіноподій. За стійкою Микола Полосін в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Уікенд. на Київ ЕФЕМ. Всіх вітаю зі студії Києва. Фем звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ, у якому ми щотижня говоримо із кінопрофією, і з тими людьми, які створюють кіно, розвивають кіно, українське зарубіжне, будь-яке, і те кіно, яке покращує і робить наше життя набагато цікавішим, а інколи і фантастичнішим. Сьогодні ми будемо говорити саме про такий фільм Сторонні і в студії в нас його творець, сценарист, режисер Дмитро Томаш Польський. Вітаю вас! Вітаю вас! А скоро уже будет премьера, украинская премьера в рамках одесского кинофеста фильма «Сторонний». Я чув і від вас, в тому числі завдяки вам, багато критики, інформації, фото, відео із цього процесу створення. Про це ми сьогодні і поговоримо. Фільм «Сторонні» — це фантастичний детектив. Так є? так розумію, чому ви вирішили взяти саме за цей жанр. Як на мене, він не дуже притаманний українському глядачу, але можливо ви робили не тільки на Україну. Давайте з цього почнемо. Ну, на самом деле, я всю жизнь снимаю фантастические фильмы с самого первого своего фильма «О безумной любви снайпере и космонавте». Так. Это уже сразу... Тогда мы не знали этого слова «сайфай». Это было просто фантастика. Сейчас оказалось, что во всем мире этот жанр называется «сайфай», и он невероятно популярен. И я думаю, что, конечно же, он будет рано или поздно популярен и в Украине. З чого все починалось? Цікаво, як зародилась ідея створення стороннього, бо з тих відгуків, які я прочитав, він химерний, він оригінальний, він дивний. Як все почалося трохи початку ідеї створення фільму Сторонній? Ну, В якомусь то це продовження тієї теми, яка началась 30 літрів назад. И в кожному фільмі так і інакше, я розвиваю ту тему це тема. Э... параллельных миров чужих, своих, кто мы такие, настоящие или не настоящие, сколько нас на самом деле существует, я имею в виду инопланетян. Угу. Ну, а ви якось надихаєтесь більше заглиблюєтесь в ці процеси в процеси фантастики, світової фантастики. Да? Я маю на увазі, звідки беруться ідеї, що потрібно і як а, а, зібрати докупи і написати, врешті, сценарій. Ну з цим можна радітися, і все. Ну я кажу, що кожен чоловік фантазер. Він з дитинства фантазер. якщо він зафіксував на якомусь то рівні своє детство, значить таковим і залишиться до своєї смерті. Ну ви отак ідете, а цим шляхом фантастики. Да. Фільм сторонні. Давайте ви розкажете трохи про сам фільм, про його сюжет. Бо із того, що в інтернеті є із релізів, так там в принципі загальна інфа. Можливо, ви трохи більше зацікавите наших радіослухачів та ютуб-глядачів. Як всякий детектив, тим більше фантастичний, розказувати нільзя, хоча. как э, оказывается можно так здесь, так закрутить сюжет что даже посмотрев его один раз остаются вопросы я думаю что мы стремились к такому э, варианту развития и нам очень э, лестно что вот мы уже показали в 14 странах этот фильм э, в украине его посмотрят впервые так э, через несколько недель а э, именно Такая, так, такой стиль, именно такая интонация нравится современному зрителю. Современный человек очень устал от прямолинейного, простого, э мгновенно uh -huh. понима понятного э сюжета или идеи. И э нам всем очень интересно э не просто думать, но, но еще и сосуществовать вместе с тем, что происходит в этом фильме. Э в о чем... Э ну, давайте начнем с того, что каждые, каждые три минуты исчезает человек на планете Земля. Просто исчезает, и все. Куда он исчезает? Неизвестно. Точно так же неизвестно, куда и как пропадают наши герои. Это команда синхронного плавания. Угу. Любопытно, что как раз сейчас... Наша сборная украинская выступает в Токио по синхрон, синхронному плаванию. Надеюсь, они не пропадут, а вы, наоборот выиграют парочку медалей. А наши героини синхронного плавания исчезают прямо на глазах у зрителей. И за это, это дело берется самый выдающийся, самый умный, самый тонкий детектив по имени Глуховская. Это женщина. Красивая, умная, молодая. Так. Она пытается разгадать эту загадку, однако ей не удается. Ее что-то отвлекает, что вы увидите в фильме. И спустя много лет она попадает в, в такую же ситуацию. Возникает новое новое дело. Угу. Тоже странное исчезновение. На этот раз в санатории во время приема хвойной жемчужной Правильно. ванны пропадает пациентка. И каким-то образом эти все э, дела оказываются связанными, и более того они касаются лично нашей э, на, нашего инспектора. И кроме того, предстоит выяснить, э, какую роль играет в этом всем кукла с живыми волосами, которая mm -hmm. и поможет нашей героине понять, кто она на самом деле. Потому что главный вопрос... Мы с этого и начали, что что интересно в фантастике. Кто мы на самом деле? Каждый из нас э, рано или поздно задает себе этот вопрос. Я не думаю, что есть люди, которые его ни разу в жизни не, не, не задавали. Я думаю, что обязательно мы, когда мы наедине э, сами с собой, или иногда это бывает во, во время сна, э, но и чаще всего это бывает в конце жизни. Но тобто це по сути такая э, насквозна тема, яка замаскована, трохи, если можно так сказать, у фильме, кто мы є. ну каждый побачить всю историю. Кто мы на самом какого... деле? Да, кто мы е насправді? Так. Кто мы насправді? Так. Класс, класс. И об этом все фильмы, которые ваш покорный слуга снимал всю свою жизнь будет снимать, пока <laughs> представна такая возможность. Следующий точно такой же. И м вот э, хвастаться не запрещено, э, я, я это непременно проделаю прямо сейчас, дело в том, что сомнения всегда существуют э, в правильности пути. И вот правильность пути э, подтверждает то, что зритель постепенно, да, пока это в основном зарубежный зритель, э, он пони, понимает и принимает эту игру, а вот э, поймет, по, примет ли. Наш зритель uh -huh. украинский, мы узнаем в самое ближайшее время. но ну, несложно э -э, несложно так сказать предсказать результат, но э -э, мы к этому очень спокойно относимся, потому что понимаете, уже уже пришло это время когда искусство, кино, а кино, я надеюсь, никто не сомневается, что это из искусства. Есть, конечно, не искусство, как есть люди и те, кто подобны людям. Точно так же. Или есть планеты, есть подобные планеты. Планеты, которые имитируют настоящие планеты. Или люди, которые имитируют настоящих людей, но это на самом деле людьми не являются, а являются неким биологическим видом. Так вот, пришло то время, когда можно абсолютно уверенно сказать, что кино становится таким же видом искусства, как музыка или литература, когда вы вправе выбирать, что хочется сегодня, mm -hmm. сейчас mm -hmm. смотреть. Вы можете протянуть руку, взять диск или взять книжку. Так. Точно так же и фильм. Совершенно не обязательно. все должны галопом мчаться и смотреть. для другої другое кино, оно Никто не говорит, что оно плохое. Оно просто другою. Дмитро, я знаєте, ще хотів спитати, ви кажете 30 років вашого шляху. А як ви от для себе орієнтуєтесь? Як ви розумієте, що те, що ви створюєте, те кіно, що створює, вартує уваги глядача? І що ви маєте продовжувати цей шлях не переключитись на комедії, на мелодрами, на історичні фільми і так далі. Я снимаю мелодрамы, комедии, исторические фильмы. Ну, я на увазе в приоритете, да? В приоритете. <свят> не существует чистого жанра, как не существует Немает в такого. чистом виде человека ага, определенного ага. жанра. Вот кто я или кто вы? Так. Вы же не можете сразу определить, что вы такой, такой, такой. Вы и такой, и такой. Угу. Мало того, вы через секунду будете совершенно другим. Или вот ну, после нашего разговора вообще можете измениться очень сильно. То есть у однозначности. Никакой однозначности нет и не будет. Uh -huh. И это глубина, и это э, 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 ну амбивалентность, так так это называется. Э, это самое главное, к чему постепенно. все упрощение приводит к смерти, к, к примитиву, к вульгаризации и в конечном итоге к тому, от чего мы все должны оттолкнуться. И, и в общем-то. Э, Искусство, кино — это небольшой-небольшой такой прием, который позволяет человеку тоже э, приобщиться к другому чему-то иному. Э, все, что… Давайте вот рассмотрим просто аналог кино uh — -huh. это сказки. Uh -huh. э, потому что кино — это любой фильм — это сказка. Так вот вспомним сказки, которые нам рассказывали бабушки дедушки, которые мы читали все эти сказки потихоньку оказываются реальностью. И ковры самолеты уже все. все. Я не знаю ни одной нереализующейся, нереализуемой сказки. Поэтому кино это на, или сон, что такое сон, эти путешествия, где мы бываем, это все есть кино. То, что иногда выдают за кино, на самом деле кино не является. А что Аттракцион. Компьютерная игра, uh -huh. но это не искусство кино. Искусство кино это несколько другое. Хороша, ми йдемо далі. Давайте зараз перейдемо трохи поза вашу камеру, а камеру вашого знімального процесу про бекстейдж поговоримо. Про бекстейдж також цікавить, де знімали цей фільм. Я так розумію, не багато було задіяно локації, а можливо і багато. Розкажіть про ці моменти і щодо цікавого там є такий персонаж. Ну, в принципі, він навіть на трейлері і на постерах його видно. От щодо цього персонажу можливо, також трохи розкажете. Хто. Тя Зелена Истота, наверное, вот так. Акванавт-пророк его зовут. Это персонаж из старых, старых э, миров, который принес гениальный Лавкрафт, э, писатель, которого у нас, к сожалению, знают очень плохо, а весь мир его знает, любит, уважает. Это вообще отец э, хоррора, отец вот этих вот. И персонаж э, Акванавт-пророк, который имеет свой адрес в интернете. Посмотрите фильмы, наберете этот адрес и узнаете много о чем всегда хотели спросить, но боялись или стеснялись. Это персонаж, который так или иначе является каждому, каждому из нас. Снимали мы, снимали мы в, удивительном, в удивительных местах. И тут я должен сказать, что и поблагодарить э, Водоканал, дирекцию водоканала, поблагодарить санатории водоканала, Хвыля. Э, если вы очутитесь когда-нибудь в санатории Хвыля, вы, вы, вы поймете, почему остановились и сняли там половину фильма. Потому что ничего подобного по архитектуре не существует. Это удивительно, что в Киеве есть такой. Ну, это под Киев, угу, что угу. это такой удивительный мир станция аэрации. Мы показывали фильм во многих странах, от Японии до Норвегии, в Штатах, в Канаде, где, где угодно. Взяли один из призов в международных фестивалях фантастики с нашим мизерным бюджетом. Это довольно приятно. И всегда один и тот же вопрос нас смущал. Говорили, какая у вас удивительная компьютерная графика. Так вот нет там никакой компьютерной графики. Это реально существующий объект, водоканал Киева. Если я не знаю, ничего подобного. Если вы сейчас покажете трейлер, то в самом начале эти кадры, вот они э, будут э, как раз представлены. И там снимать невыкновенно интересно. Самое удивительное, что никто не снимал там никогда игровое кино. Жодных, жодных да. кадров не снималось Да, тем да более мы такое. еще сняли сверху, ага. сняли с дрона с большого расстояния по, по, по высоте. И, но главные объекты интерьера мы построили. Это были построенные интерьеры под экстерьер этого санатория. Дело в том, что мы создавали мир. Мы создавали, там, нету, там, там нет ничего, все, все искусственно, все, все сшито. все костюми сшиты, они взяты в аренду или в своєму Все, все деталі, реквизит, декорації це все построено в определенных цветах, там только два цвета существують mm -hmm. в этом фільмі. Окей, ну а половина на території санаторія хвиля, да? Да, да. А друга половина, які де ще це в основному виставку. Це метро фі... Дніпр. Тобто на території Києва, да, під Києвом. Це все Київ, это Київське кіно просто. Это киевское кино, Киев. Одна из наших задач была создать европейский фильм. Ага. Мы претендовали на премию Мельес. это лучший европейский фантастический фильм. Мы получили и вошли, британское издание внесла наш фильм в топ лучших хорроров и фильмов фантастики 2020 года. Так, так. Ніколи не було. але давайте так, да. все по черзі. Дмитро, да. не так швидко. Окей, да. до нагород до участі стороннього у фестивалях ми ще дійдемо. Ще хотілося трохи про бекстейдж поговорити. Okay. Я бачу, що в принципі невеличка знімальна група, невеличка творча група брала участь. А от я бачив те, що на екранах там дві, по суті, головні героїні або навіть одна. От цей момент, так, я можу помилятись. Один оця зелененька істота, да, і власне все. Але плюс, і ще команда з підводного плав... синхронного плавання, і от хто знаходився за, за об'єктивом, цікаво. Наскільки велика команда над стороннім працювала, сьомичне група фільму приблизно приблизительно це від 40 до 70 людей, В нашому випадку це було, мабуть, 60. И, и, и всегда знаете, проблема в том, что мы, труд многих как бы считается незначительным, но на самом деле это как снежный ком. Если кто-то один что-то сделает не так, У -у -у. то в конечном итоге этот снеговик не получится. Так. У нас была удивительно классная съемочная группа. И вся она состоит из наших э, украинских кинематографистов. Актеры все, без исключения, украинские. Все эти разговоры о том, что у нас нет артистов, это все полная чушь. Посмотрите это кино и вы увидите, и убедитесь в том, что они замечательные эти актеры. Есть один нюанс, он должен быть любопытен, зритель А ну-ка. Э, в основном это женщины. Все персонажи, практически, кроме двух. Ага. Э, одного вы уже упомянули, но его трудно назвать мужчиной, поскольку это нечто да, так. из мира Лавкрафта. А еще один герой, это третий герой, мужчина, из-за которого, маленький спойлер, из-за которого все и случилось. Ага. Да. Ага, тобто є, є якийсь мужчина на фоні усіх жінок, які, я, яких переважна більшість, е, власне, через е, якого Або завдяки якому історії дякую за спойлер, Дмитро. От бачите, шановні телеглядачі і радіослухачі, і ютуб глядачі. Дмитро Томаш Польський в нас сьогодні з нами людина прийшла, анонсує його фільм. Фільм його творчої групи Стороні, який вже з 19 серпня з'явиться на великих екранах. Ну і дав невеличкий спойлер. що окрім головних героїнь, є ще і головних героїнь є герой. Героя, через якого там дещо цікаве, містичне, інколи зухвале та дивне трапляється. Добре, Дмитро. А скажіть, будь ласка, щодо ви сказали жінок? Є якийсь зв'язок, чому саме от жіночий колектив, да, так би мовити, обрали? Чи в принципі просто ви в процесі написання сценарію побачили, що тут отакий вибір а, акторів буде найкращим, найвигіднішим, найцікавішим? Це очень цікавий вопрос. Мені на нього очень трудно ответити. Так. Потому что э, этот ответ потянет за собой целую философию. Э, дело в том, что эти э, герои, в, в определенном смысле э, э, персонажи, которые выполняют очень важную благородную миссию, uh -huh. и, с моей точки зрения таковую всегда несли, несут и нести будут исключительно женщины. Именно поэтому... Э, персонажи в основном здесь женщины. Это не просто санаторий, который откуда непонятно откуда ты взялся, которого раньше не было. Так. Вот. Чтобы не спойлерить еще больше, я, 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 скажу только, только то, что и в следующем фильме, который мы сняли во время карантина, это тоже фантастика, и он тоже будет в Одессе, тоже практически все женщины. Ага, как называется фильм? Можно уже говорить? Uh, можно. Он называется простір, английский space. space. Дуже цікаво, что на английском языке пространство переводится как космос. а не идентичны. Эти два слова абсолютно синонимы. Uh -huh. Это только в английском языке. и space. То, То есть я правильно понимаю, Дмитро, что а, две ваших картины будут на теоретическом ОМКФ? Так. Дві второго... один буде Поза конкурсом, ага. це буде прем'єра. Це фільм, про який ми зараз Сторонній буде сторонні у прем'єрі, так а тому, що він вже був на фестивалях. Дуже багато. Він півтора роки він мандрував фестивалями світу. Ага, ага. А новий фільм, який тільки щойно був закінчено, це фільм Простір Спейс, і він піде у конкурс. І він буде у конкурсі серед там шість фільмів. Окей, хорошо розібрались. А щодо акторського складу, ну я так розумію, можна виділяти да так би мовити, Дар'я Тригубова. Головну роль грає е, е, Анастасія Євтушенка. Так. Ми з, з нею вже працювали у по попередньому по, фільму Ржака. Вона там грала головну жіночу роль, і Даша Тригубова це друга е, роль. Uh, дуже важливо. Ага. І, і чоловік, який там є, це третя, третя роль, це чоловіче, це, це Сергій Калантай. відомий український актор. Так, добре, хорошо, от тепер можна прийти і до десерту, як то кажуть. Щодо фестивалів, ну дійсно я був вражений, коли побачив, дякую вам за такий детальний, а, детальну розповідь про фільм. Дійсно, я скажу чесно, що не так багато да, буває таких моментів, коли тобі надають інформацію для ознайомлення із гостем із фільмом, окрім того, що ти сам можеш знайти у вільному доступі. Але те, що я побачив про сторонні, це супер деталізація і дякую вам окремо за неї. Дійсно, і щодо участі у фестивалях, 22 фестивалі на сьогоднішній день, 11 первого перемог а серед яких фільм, режисура, сценарій, операторська робота. А як так, як так? І я так розумію, це знову таки ваш досвід вмикається. Ви розумієте, що цінують за кордоном більше? да Що цікавлять, що цікавить світ фантастики в даному випадку? Дуже влучне питання. Я вам Дуже за це питання, бо в мене є відповідь. Так вона дуже важлива. так свой голос прежде всего ценят свой голос никогда мы подражаем американскому голливудскому кино фантастическому пытаясь повторить это невозможно и не только потому что нам не хватит никогда их денег у них никогда не будет таких денег угу. у нас нет у нас нет много чего у нас нет у нас нет индустрии для того чтобы это сделать у нас нет культуры для того чтобы это сделать я имею в виду не культуру а культуру производства фантастического кино так. это совершенно отдельная история но дело не в этом. даже тут будут миллиарды, будет все что угодно. это это никому не интересно. им не интересно еще один Дэнни Вильнев, еще один Кристофер Нолан или там я не знаю. им интересно увидеть собственный, услышать новое, услышать новый голос, свой голос. Украина. о чем может рассказать э, в, в жанре фантастики Украина? да еще э, если я проспойлерю эконом, экономический момент. Вот в среднем фильмы стоят 30-60 миллионов долларов. Так. А представьте себе фильм, который стоит меньше 300 тысяч. Это наш фильм. А сколько важно, до речи, нагадаете бюджет? До 300 тысяч. До 300 тысяч да. долларов. И это просто невозможно. Это, ну, они не понимают, не верят. Они верят что это такое. Такого не может быть. Тем более, когда мы показываемся рядом в одной программе. И это, кстати, одна из наших каких-то, не знаю, ноу-хау, я имею в виду не только себя, а всех украинских кинематографистов, которые научились снимать безбюджетное практически кино uh -huh. и конкурировать. Обратите внимание, что творится. У нас нет уже ни одного фестиваля в мире, на котором бы украинское кино не побеждало. Нету. Начиная от, от, от группы А, Канского, Берлинского, какого угодно. До вот уже добрались мы до фантастических. И уже претендуем на премию Жоша Мельеса. И уже входим в топ лучших фильмов 20 -го года по версии британского издания. И британские селс-агенты дистрибьюторы Берут наш фильм на дистрибьюцию, показывают его. 14 премьер, 14 стран уже посмотрела фильм. Не мы, специально это сделали, э, мы, не, мы специально это сделали раньше. Мы специально это сделали вот таким вот способом, э, потому что, э, как известно, больше половины средств необходимы для не, не на производство фильма, а на рекламу фильма. Больше половины. Вот, Весь загальный бюджет. Да, да. У нас нет такой возможности. Поэтому у нас есть хитрая возможность есть, э, участвовать на фестивалях, побеждать да? там. Таким образом возникает пресса. Таким образом возникает авторитет. Таким, таким образом возникает все. Да. И, в общем-то, если удается, то э, ну, хотите, э, давайте назовем это так, э, хитрость такая. потому И, в общем-то, многие... Именно так проделывают Год где-то приблизительно фильм шастает по фестивалям международным, приобретает вопрос мышцами, авторитетом, ага, с тем, чтобы авторитет. потом попасть к, к, домой к, к родному нашему зрителю. Почему это происходит? Потому что давайте говорить прямо, честно, но ну не верит в зритель, что украинское что украинские кинематографисты могут снять что-то нормальное. Ну і мені здається, Сорі, але тим паче українська фантастика і детективи. Особливо. От їх зараз І, геть і довго мало. ще не буде. Геть мало. От я кажу, коли я побачив Томаш Польський Дмитро, сторонній жанр детектив. Ну я зрозумів, що це хочеться побачити саме тому, що в тому числі тому, що українських детективів поки на жаль мало, але цікаво, як наші кінематографісти над цим працюють і розвиваються. Так ви сказали голос. Тобто, європа, світ хоче бачити голос, голос кінематографістів з будь-якої країни. Тобто, так, щось свій голос. Ін, інший голос, ага. інший не не американський, не так. французький, не італійський, а саме голос ну на випадку, український. И э, этот фильм, который мы делали, он сделан, э, там Киев, очень серьезно показан Киев. Но вы будете немножко удивлены, что, даже станция метро Днепр. Почему так вдруг так? Ага. Потому что мы, мы хотели показать, кроме всего прочего, мы хотели показать, ну, да, это звучит немножко, высоко, как сказать, нескромно, наверное. Э, но ну, мы же на телевидении, поэтому должно быть нескромно. Мы не на телевидении, а на радио. На радио. Да мы используем мы хотели сделать европейский фильм мы хотели сделать фильм который покажет киев как европейский город, который покажет наших героев как европейцев вот. и поэтому и поэтому фантастическое кино поэтому вот такая вот стран это история которая, которая касается всего человечества чем дальше особенно вот в ближайшие два-3 года, Це uh, не я, <auch immer> нас ждет удивительные изменения на уровне фантастики. Так. Впливу до кон контакту, который, в общем-то, вже проїхать. я ще хотів спитати, і я, напевно, буду правий, якщо скажу, що завдяки, от ви сказали, спочатку ви рік їздили по фестивалям, і саме цей досвід, покази вашого фільму сторонні на фестивалях, дав змогу дистриб'ютору британському sales агенту взяти і почати також а, ваш розвиток в плані продаж і показів по всьому світу. Ну сьогодні це теж спойлер, але можна сказати, бо мене не чує британський наш sales агент Сьогодні прийшло, надійшло пропозиція від португальського телебачення. Class. Вони покупають це, це, це дуже Вістай, приємно. Бомба, бомба. Ну це, це вже як та вже буде країна. 15-та країна. Так. — Блін, ну це це супер, це супер те, те, що ми знаємо. Де що ми не знаємо? Слухайте, ну у вас я бачив там багато фідбеків, рецензій від британських кінокритиків так. від і, і, італійських, Італійсь. да, і просто різноманітні. От, весь той список фідбеків я не побачив чогось схожого. Так були там химерний, е, незвичний, дивний. Uh, і так далі, і так далі, але кожна преса, кожен критик давав щось своє і розписував, що це таке щось незвичне. Ми ніколи цього не бачили, умовно кажучи, свого того голосу, так який про який ви кажете. Окей, добре. А на перспективу зараз сторонній стартує в українському прокаті з 19-го, люди в Одесі побачать його 16-го, і почнеться закрутитися. Чи, в принципі, це наступний просто етап, і далі ви ще будете а, їздити по фестивалях цього року? Ні, то, ми фестивалями вже ми будемо. Ну, Може, ще там Австралія і ще там трохи в Ну, є там десь 3-5 країн-ще. ми ще... заали все ужекра было. Э, мы будем закинуть закінч... тем более что это фильм 19ятнадцатого года на фестивалях нельзя участвовать фильмом двухлетних давности mm. это уже завершающий mm -hmm. есть фестиваля которые только премьеры пока mm -hmm. и мы сейчаспростстер э, space выходит у нас на, на, в первое, э, на первое место его и вам, мы будем заниматься. что касается фильма? Я его все время «Стрэнджер», потому что привык. я привык, потому что мы везде «Стрэнджер», «Стрэнджер». Как сторонний он будет только вот сейчас, 16 и 19 я забуду уже «Стрэнджер». Потому что так он назывался там, на показах за границей. И сейчас произошла революция, это понятно, ничего нового я сейчас не скажу. В кинотеатры, как так сказать мягко. <.že203> <Sustainable> Все-таки кино будет уходить в стримы. Думаю. Да. Думаю, это да. Такое кино, киноискусство, ага. кино нишевое, к которому относится наш фильм, конечно же. Вот. В кинотеатрах будут в основном идти блокбастеры. Фильм для семейного просмотра, когда семья идет в торговый центр, а. покупает еду на неделю и заходит в кинотеатр вместе с детьми и смотрит какой-то, ну понятно, какой фильм, да, они будут смотреть. Или это аттракционы, это фильм, к которым там э, э, империя Мэрвел», да. Угу. А все остальное кино уйдет вот в стримы, в домашние кинотеатры, ну интернет, и это нормально, это как как библиотеки, как как книжки, мы то есть мы, мы приходим к очень цивилизованному, ну многим не нравится сидеть, смотреть фильм с жующими попкорн и ходящими туда-сюда, и, э, что самое главное, с включающимися дисплеями телефона и разговаривающими по телефону. Но, как вы думаете, особенно вы, Дмитро, от э, украинских глядач, там, давайте я с разрезом у 5 лет, он стал больше думающим? Нет. Я моя в в том плане, что... Нет. да? Да, Прошу. я вас понял, вопрос влучный, ага. дуже, дуже Але это нормально. Это не только, понимаете, вот когда говорят, вот мы там такие, там, тупые, мы там. Дело в том, что тупые все сейчас. Во всем мире. Это происходит э, это грубо. Э, я тупой, точно такой же, как они. Потому что я перестал читать книги. Я максимум, что я могу сделать, это послушать аудиокнигу. Мне трудно глазам читать книгу. Э, бумажную. Mm -hmm. Понимаете? Это беда. Но это, но это ненадолго. Это все вернется. Вот какая мода пошла на пластинки, пластинки слушать сейчас. Да? А на Западе так вообще там. Это... А, зритель э -э, должен дойти до определенного уровня упадка. Упадка за непаду, да? На да. не развитку, а за И не только зритель, но и вся. вся. Ага. Дело в том, что сейчас то, что сейчас происходит... Ведь коронавирус, он ничего не изменил. Он, он чуть немножко ускорил процесс. Потому что все, что происходило до него, уже было понятно, что зритель уходит из кинотеатра. Было уже понятно, что он не может смотреть это, ну, друг, нормальное кино в кинотеатр. Не может он его так. смотреть. По многим причинам. Я сейчас не буду останавливаться. И со мной могут поспорить, более того, обвинить в том, что я там паникер и так далее. Но это правда. От этого никуда не деться. Все равно кино превратится в индивидуальный способ постижения прекрасного. Именно индивидуальный, когда не нужно сидеть в массе, в зале в одно и то же время. Это как телевидение. Почему телевидение умрет? Вернее, уже умерло. Потому что не хочет человек зависеть от часов. Цигель, цигель, алюлю, репертуарный театр, вот по понедельникам в такое-то время, так же программа, вот идет в 9.00 программа время тан Все звуки, да, до... Это все уходит, теперь вы свободный человек, вы хотите посмотреть, вы находите, покупаете, это очень важный момент, до которого мы еще пока не дошли, мы в основном все пользуемся торрентом, да, но покупаете и включаете, смотрите. Вы можете остановиться, вы можете посмотреть все там 10 сезонов э, какого-нибудь э, «Во все тяжкие», да? Я назвал много сезонов, их не 10. <laughs> ну, к примеру, вот сейчас будет э, лучше звонить Солу шест шестой сезон «Жду с нетерпением». Я, наверное, посмотрю, дос дождусь вс всего mm -hmm. и посмотрю все целиком. Потому что это уже не как серия, это как роман. Это касается не только сериалов, это касается и фильмов. Ну, посмотрите, что Netflix, да? Посмотрите... Просто неимоверно просто... Ну, и за сколько? За два года. Робить такая, что каждого... И какие бюджеты, и какие фильмы. Поэтому, и должен вам сказать, что и у нас будет свой Netflix. Обязательно. У нас будет свой Netflix. Потому что если мы не сделаем свой Netflix, мы будем смотреть Netflix, извините меня, наших нашего э, соседа агрессора, который э, уже там пять или семь. Очень Дмитро, Ви неймовірно цікава людина, чесно фантаст, цікава людина, і просто з вами приємно поговорити. На жаль, наш Но час взаєм. завершується. Я б сидів, що слухав і говорив. Це реально дуже цікаві моменти, які йдуть знаєте таким шляхом, таким вагоном, таким такою подорожю через кіно. Бо навколо кіно багато чого збирається, і воно в нашому житті воно наше життя урізноманітнює так, дарує нові барви. І як і сірі, так і світлі, але у будь-якому разі через кіно багато чого можна осягнути на завершення. В мене для вас невеличкий бліц, бліц для наших гостей. Я вам здаю, я вам ставлю короткі питання. Ви а, ставите, ви відповідаєте, також буквально там в кількох секунд. А, до речі, хотів спитати одразу: це не бліц. Часто ходите в кіно так, в кінотеатри? Ну, так, досить часто то, дуже. А якщо от не створюєте, а дивитесь, що дивитесь все. Абсолютно. В першу чергу українське кіно. Хорошо. Так, поїхали. Попкорн солоний чи солодкий? Солоний. Окей. Ряд у кінозалі з першого по п'ятий чи з шостого по десятий? Шостого по десятий. ще любите. Добре. Фільм у 3D чи 2D? Так і так. А, хорошо. А коли йде нецікавий фільм, то ви? Якщо не бачить автор, то піду. А якщо автор у залі. Буду сидіти. Цікаве рішення. Я, я не люблю, коли на кіносеансі... Їдять, розмовляють, дивляться у телефон. Хорошо. Один з ваших улюблених українських фільмів. Один з Брама Володимира Тихого. Окей. Фантастичний фільм. Фантастика. Добре, і на завершення три найважливіші риси характеру для режисера. Бажання. Бажання і бажання. <смір> Три бажання ви проходите далі. Так. Ратую. Дмитро, і на завершення. Я зараз це вже точно на завершення. Я зараз вам починаю речення, а ви маєте його продовжити по-своєму, як того забажаєте. Окей? Дивіться кіно. Бо більше нічого нема. Клас! дякую вам, Дмитро Томашпольський, Ви сьогодні з нами людина, яка створила стороннього і яка також створила спейс. Це вже перспектива від Дмитра. Дивіться кіно українське, сторонній в українських кінотеатрах з 19 серпня. Тому дивіться, і можливо, ви також знайдете в ньому себе і дізнаєтесь, хто ви є. Насправді, звати мене Микола Полосін. Це проект кіно Київ. Побачимось, вже почуємось згодом. Не сумуйте, дивіться кіно, бо воно дійсно робить наше життя. Життя цікавішим. Дякую вам, Дмитре, На все добре. Дуже вам дякую. Успіхів вашому фільму і всім фільму. успіху. Всім успіху і здоров'я. Дякую, щасливо. Щасливо кіно, Київ, Weekend. тижневий дайджест кіноподій за стійкою. Микола Полосів в моєму кінобарі для вас все найсмачніше. Новини зі світу кіно, інтерв'ю з кінопрофі та саундтреки до культових фільмів. Кіно Київ Weekend. на Київ Еф.